Ученики школы номер 28 приняли участие во всероссийской экологической акции «Сделаем». Сегодня на берегу Волги в районе завода «Свобода» четвероклассники вышли на уборку водоохранной зоны. О целях данного мероприятия рассказал главный специалист города Рыбинска по охране окружающей среды. Во-первых, это формирование культуры у подрастающего поколения. То есть, как мы все знаем, у нас любители отдыхать у воды часто оставляют за собой мусор в огромных количествах, и убирать приходится его городу. Или активистам, кто к нам присоединяется к нашим акциям. Специалисты отдела по охране окружающей среды провели инструктаж по раздельному сбору бытовых отходов. Пластик, стекло и бумага будут собраны в отдельные емкости и переправлены на переработку. Мы присоединяемся сегодня к экологической всероссийской акции «Сделаем». Мы убираем сегодня акваторию Горьковского водохранилища. Мы спускались к реке и собирали мусор. Собирали мусор не просто, а собирали его раздельно. Разделяли на пластик, на стекло и на бумагу. Учащиеся 4 В-класса участвуют не только в экологических субботниках, но и ведут активную работу по экологическому просвещению жителей своего микрорайона. Они проводили антитабачную пропаганду в своих подъездах, дворах и на детских площадках с помощью самодельных плакатов. Проводили акцию в помощь приюту домашних животных, очищали деревья от табличек и рекламы. Данная жизненная позиция, несомненно, вызывает гордость у родителей маленьких борцов за окружающую среду, дает повод гордиться школе и учителям за своих воспитанников и, конечно же, подает пример нашему населению. Один из учеников дал свою оценку этому мероприятию. Мы рады всем классам, что мы стали в зеленые пионеры и что будем убирать природу. Я за весь класс говорю спасибо этим экологам. Всем людям, те, которые помогают нам сейчас. Школьники призывают каждого быть чуточку внимательнее к миру, в котором мы живем, а также приглашают присоединиться к ним всех желающих для сохранения экологического баланса.